Кубань, конечно, густонаселенный край. Здесь живет 5 миллионов человек. Ну вот, я в 5 минутах от трассы на каком-то пустыре. Кушеря тут какие-то. Вон круче. Это старое русло Кубани. Я просто заблудился. Я ехал искать компаньеров, как они косят траву на зеленку. Горох с овсом для подкормки телят и коров. Где они? Да я стою на перекрестке, жду, откуда трактора вынырнут зеленка. Может быть, они где-то там. И вот все-таки я их нашел. Нашел. Или видно. Ну вот, теперь надо делать кадры. Давай, поехали. Пойду машину угонять. Что сейчас кубанцы подрежут меня. Ну что это такое? О, трактористы планируют за годы, как лучше ехать. Ёпарасете, надо бежать отсюда. Вот я попал. И вот в этом чистом дальнем поле раз обнаруживается вот такой канал. И такие каналы периодически встречаются тут. Большой Разнокол, Малый Разнокол, хутор Розы Люксембург, хутор 8 марта, всячески все прочее. Раз, вдруг такой канал. И какая-то рыба тут случается.